Вероника Федюнина вместе с другими добровольцами навещает воспитанников Потьминского детского дома-интерната уже около 10 лет. Со многими детьми уже подружилась. Вероника помнит и следит за судьбой каждого ребенка, которого встретила в этом детдоме. Так как эти дети особенные, они очень искренне в своих чувствах. Поэтому все волонтеры, как правило, уже имеют там своих определенных друзей. Они нас очень ждут, и мы очень ждем этих поездок. К каждой поездке готовимся и с радостью ожидаем встречи. Каждую встречу с детьми волонтеры стараются сделать неповторимой и особенной, устроить своим подопечным маленький праздник. В этот раз у нас будет мастер-класс, мы будем делать свечу из бумаги. Также у нас будут игры подвижные, и, скорее всего, ребята тоже нам покажут какой-то концерт, потому что они очень творческие, любят и петь, и танцевать, и порой их программа даже затмевает нашу. Этим детям, оставшимся один на один со своей болезнью, уже много лет помогают неравнодушные горожане. В числе благотворителей, предпринимателей, сотрудники ядерного центра и муниципального сектора, студенты и пенсионеры. Конечно, так как очень много народу, 150 человек, очень много нужд, с которым государство просто не под силу справиться в одиночку. Поэтому хорошо, если мы все объединимся, и у нас это получается только с помощью наших горожан. Они очень активно отзываются каждый раз, одни бы мы не справились. В этот раз в списке нужд – канцтовары, одежда и обувь, предметы бытового назначения. Принести пожертвования можно на гуманитарный склад на улицу Пушкина, 24А. Подробности по телефону 8-904-044-2404. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.